Я приветствую всех миром Господа Иисуса. Особенно я хочу поприветствовать тех, кому прислали линк и пригласили поучаствовать в этом домашнем семейном богослужении. Если друг или знакомый прислал вам этот линк, я хочу сказать, для нас большая радость, что вы сегодня с нами. Мы сегодня здесь, на этом пятничном богослужении, о котором Бог открыл, чтобы семьи проводили его вместе. И мы сейчас с вами начнем это богослужение, встав на колени. Все те, кто дома у себя, если возможность есть такая, давайте мы встанем. Если нет возможности, встаньте на ноги ваши, мы будем взывать Господу. Господь славы, мы взываем к Тебе о силе, которая в крови Сына Твоего возлюбленного Иисуса, когда мы представляем пред Твоим алтарем наши жизни и просим о Твоем благословении для этого богослужения, доступа во святой святых, чтобы Ты мог действовать мощным образом в течение всего богослужения сегодня в наших домах, в наших семьях. Во имя Господа Иисуса мы молимся. Аминь. Можете присаживаться, возлюбленные, и сейчас мы с вами споем псалом о воззвании Господу. Покрой, Господь, народ Твой. Покрой, Господь, народ Твой кровью креста, кровью Иисуса Христа. Окропи, Господь, народ Твой. Слава Господу! Аллилуйя! Так чудесно нам в присутствии Божьем воспевать псалмы, гимны, прославления Господу. Мы с вами вместе на этом богослужении семейном. И если гости наши, знакомые наши, возможно, вы один дома, но Слово Божие говорит, что вы не одни. Где Слово Божие говорит, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я с вами. Господь вместе с вами в вашем доме, вас там уже двое, поэтому вы не один, и присутствие Господня вы переживете, вы почувствуете этим вечером. Мы продолжим в этот час, в этом же общении мы будем возносить Богу хвалу вместе с нашими детьми. Вы дома у себя, вы можете спеть вместе с нами, не просто смотреть служение, а участвовать в служении. Совершайте служение в доме вашем, вместе с вашей семьей. Если вы один, Дух Святой, Дух Божий будет с вами в доме вашем в этот час и посетит вас, прикоснется к вам. Дай мне сердце, исполненное любви Твоей, которое всегда будет признавать благость Твою ко мне, Господь мой. Сердце трепещущее, слыша голос Твой.
сердце, которое никогда не забудет все то, что ты совершил для меня. Сердце послушное откровению твоему. Обновленное, новое обновленное спасением твоим. Сердце послушное откровению твоему. Сердце обновленное спасением твоим. О Господь, аминь. Слава Господу! Так хорошо, когда мы можем слышать, видеть, как наши дети хвалят, воспевают Господа. Это обогащает семью, радует семью, родителей. Видеть, как наши дети от всего сердца, душою своей поют Господу. Мы можем видеть, как дети, да, поют. Сейчас мы послушаем пасторские послания. Мы, пастора, пишем послания нашим церквям в церквях в Бразилии, за рубежом. И сейчас мы с вами послушаем пасторское послание. Мы имеем библейские примеры для этого. Давайте послушаем. Пасторское послание «Эрселон Дориенчи». Церкви Самамбая в федеральном округе, столице. Братьям и сестрам из церквей Самамбая Норчи, мир Божий, возлюбленные братья и сестры, в этот момент трудный, в котором мы живем, но это особый момент, потому что мы знаем, что все это показывает о приближающемся пришествии Господа Иисуса. Поэтому будьте тверды в Господе, в учении, ожидая великого дня. Несмотря на то, что мы физически разделены, но мы в одном общении, потому что мы часть одного тела. Я скажу вам, радуйтесь в надежде, будьте терпеливы в скорбях, пребывайте в молитвах. Римлянам 12:12. Обнимаю вас. Мир Божий всем. Аминь, братья и сестры. Это замечательно, когда мы слышим пасторские послания церквям. Это показывает нам любовь пасторов к овечкам. Это та манера, которую выражают чувства пастора свои, и мы уверены, что овечки тоже хотели бы выразиться. И сейчас мы начнем период молитвы, 5 минут молитвы, и нет лучшей возможности, чем познавать наше сердце. Поэтому будем молиться от всего сердца. И желание сердца нашего, и то, что иногда печалит нас, все это мы будем приносить пред Богом, изливая сердца наши в эти 5 минут, то, что в вашей жизни, пред Господом. Молитесь от всего сердца, принося свою жизнь, свои нужды, свои заботы, здоровье, может быть, экономические вопросы, профессиональные, ваши жизненные планы, духовную жизнь. Принесите все это пред Господом. Будем молиться.
Слава Богу, мы закончили этот период молитвенный, в который семьи, собравшись, ходатайствовали пред Господом о нуждах семейных, о личных вопросах. И сейчас это особый момент, особое время. Мы сейчас будем иметь переживания с Господом. Возьмите свои Библии, помолитесь Господу и попросите Господа, чтобы Он проговорил к сердцу вашему. И после молитвы вы откроете Слово Божье, и текст, который вы откроете, это будет Слово от Бога для вашего сердца. Это Слово Божье для семьи вашей. Так, возьмите Библию вашу и в сердце своем воззовите Господа. Воззовите о силе крови, попросите: Господь, проговори ко мне через Слово Твое. И Бог будет отвечать вам, ответит на желание сердца ваше. Аминь. Господь, так трудно жить в этом мире, исполненном скорбей. И только любовь Твоя поддерживает меня. И силою Твоею сделай меня победителем. Сделай, Господь, меня инструментом во славу Твою. Сделай меня инструментом для Твоей хвалы. Если я прохожу испытания, и мне нужно пройти через эти испытания, то я прошу: Господь, вот я, помоги мне. Я хочу быть оправданным в испытании, Господь.
Аминь, возлюбленные. Мы уверены, что Бог проговорил каждому из вас то, что Он хотел сказать. И те, кто попросили слово от Господа, это было слово Божье для вас, для вашей семьи. Это наставление, это руководство Божье. И в этот момент давайте мы встанем, мы помолимся в заключении этого богослужения. Мы славим Тебя, Господь, славу, мы превозносим Тебя за этот особый момент, когда мы собраны вместе с нашими семьями, и мы знаем, что многое Господь уже совершил в жизни нашей через молитвы ходатайственные, через хвалу, через поклонение, через Слово Твое, Слово силы, которое Ты дал, Господь, каждому из нас, когда Ты даруешь это чудное водительство Духа Твоего Святого. И сейчас мы представляем пред Тобой все это богослужение, прославляя и превознося Тебя во имя Иисуса. И да будет благодать Господа нашего Иисуса Христа, великая любовь Бога Отца и утешение, и общение Святого Духа да будет со всеми нами, со всем народом Божьим, по всему лицу земли. Аминь. Наше богослужение закончено. Мир Божий всем вам.